Рассада вербейника Александр хорошо подходит для украшения любого затененного или находящегося в полутени плодородного участка грунта. Этот многолетник популярен по следующим причинам. Куст декоративен и вне периода цветения благодаря пестрой листве, несколько удлиненные листья окрашены в зеленый цвет, край же листа белоснежный. Цветение достаточно обильное, цветки имеют лимонно-желтую окраску. Уход за растением сравнительно несложный, но только при правильном грунте, это должна быть достаточно рыхлая и плодородная земля, желательно хорошо увлажненная. Вербейник точечный Александра — это травянистый высотой 80-100 см. Цветет растение в месяц июнь и июль, окраска цветка желтый, лист с белой каймой. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.